Добро пожаловать на очередную встречу. Всех приветствую. Еще раз приветствую всех, уважаемые участники форума. Пожалуйста, занимайте места в зале. Мы немного задержались с началом нашей встречи, тем не менее, я рада всех вас видеть и еще раз всех приветствую. Доброе утро, уважаемые коллеги, участники форума. Меня зовут Крис Бакрич. Я буду модерировать эту встречу вместе с моей коллегой Бруной. Итак, фрагментация интернета – тема нашей встречи. Мы неоднократно ее обсуждали за последние 3 дня, вернее, 2,5 дня. И сейчас у нас основное заседание, которое посвящено этой теме, а значит, мы можем немного подытожить те дискуссии, которые велись не только в ходе нашего форума, но также и на других площадках. Всем нам известно, что в этом году мы обсуждаем и другие темы, и вектор нашей дискуссии задан обращением Генерального секретаря ООН и глобальным цифровым договором, работой над ним. Это, в общем, структура нашей дискуссии, поскольку наша задача подготовить почву для последующей работы над глобальным цифровым договором, сделать так, чтобы он был полезным и эффективным инструментом. Итак, фрагментация – это одна из основных тем. И думаю, было бы полезно задаться вопросом, а что такое фрагментация, что мы можем сделать для того, чтобы ее избежать, каким образом мы используем интернет, что это явление такое, как фрагментация, означает для пользователей интернета, как это отражается на их пользовательском опыте. Итак, думаю, что сегодня у нас будет возможность услышать разные взгляды на эту тему. С нами сегодня господин Амандип Гил, специальный посланник ООН по вопросам технологии, госпожа Татьяна Тропина из университета Лейдена. Также у нас есть представители правления ICANN, Эдмунд Чанг, Рауль Эчеберри, Латиноамериканская ассоциация ALAI, Эмил Арганди, который представляет компанию Meta, Шитал Кумар с компанией Global Partners Digital, один из основных игроков в области интернета, и они активно занимаются проблематикой фрагментации. Итак, я представил наших экспертов. Ну а сейчас хотелось бы узнать ваше мнение относительно фрагментации, с какими сложностями вы сталкиваетесь в своей работе. Кроме того, надеюсь, что представители других заинтересованных сторон, например, молодежи, тоже примут участие в этой дискуссии. У них будет такая возможность, когда мы будем обмениваться мнениями. Предоставим вам обязательно слово. Итак, прошу вас, первый спикер. Готовы ли мы начать дискуссию? К сожалению, спикера не слышно, перевод невозможен. Мы делаем все возможное. Как только качество звука восстановится, перевод возобновится.
К сожалению, качество звука не позволяет выполнить синхронный перевод. Как только звук восстановится, переводчики продолжат свою работу. Уважаемые коллеги, думаю, что этот видеоролик позволил нам получить представление о том, как воспринимают фрагментацию разные люди из разных отраслей с точки зрения и технологий, в том числе, которые используются, с точки зрения поколений. И мне бы хотелось, чтобы вы сейчас поделились своим опытом в свете специфики своей работы. О том, что такое фрагментация, в каком виде вы с ней сталкиваетесь. Итак, с одной стороны, фрагментация интернета – один из основных вопросов, о котором говорил генеральный секретарь ООН, и он рекомендовал
этот вопрос внести и охватить также и глобальным цифровым договором. Сейчас я обращаюсь к вам, уважаемые эксперты. Как вы считаете, какой подход необходимо применять к фрагментации? Это риск или это скорее та тема, на которую необходимо делать упор в ходе предстоящих обсуждений на площадке ООН? Этот вопрос, я думаю, вписывается в ту дискуссию, которая у нас шла немного ранее. Большое спасибо. Я приветствую всех, приветствую Бруну и Криса. Спасибо за то, что модерируете нашу встречу и задали ей тон. Очень интересный был видеоролик, и действительно взгляды на фрагментацию могут варьироваться. Мы видим, что пользовательский опыт в интернете тоже фрагментирован. Это реальность. И в зависимости от того, где находится человек, с географической точки зрения, каким образом он использует интернет, его опыт может различаться. Таким образом, можно констатировать, что фрагментация пользовательского опыта – это уже реалии текущей жизни. Важно понимать, что это серьезный риск, серьезная угроза, которая может сказываться на будущем интернета. И, конечно, это ключевой вопрос, которым необходимо заниматься. Почему было принято решение рассматривать этот вопрос, в том числе и в контексте глобального цифрового договора? Потому что вопрос этот очень серьезный как раз. Он несет в себе множество рисков. Фрагментация интернета – это на самом деле антоним цифрового сотрудничества. Нам необходимо наладить сотрудничество между странами, многостороннее сотрудничество. Также важно и сотрудничество разных заинтересованных сторон, стейкхолдеров, представителей разных отраслей, с тем, чтобы преодолеть фрагментацию. Таким образом, вы видите, что вопрос этот очень широкого свойства, а значит, и подходить к нему нужно комплексно. Конечно же, на уровне контента есть самые разные точки зрения и разные экономические и социальные последствия того, что будет происходить в интернете, что происходит в разных странах, в разных культурах, какие разные регуляторные подходы существуют, какие разные нюансы культурные и религиозные, может быть, какая-то чувствительная тематика той или иной страны. Все это тоже ведет к фрагментации, к созданию аспектов фрагментации. Кроме того, есть и еще один аспект. Это те причины экономического характера, которые приводят к фрагментации. Один из наших докладчиков на видео как раз упомянул об этой теме. Вы видите огромные цифры по капитализации рынка, и это, собственно, свидетельствует об успехе, который у нас имеется благодаря интернету. И, естественно, мы говорим о том, чтобы иметь свою нишу, свой контроль над данными, над платформой. Как и раньше, в сфере индустриализации, нужно ли заниматься защитой своей территории? Так что это все вопросы международного сотрудничества. Во многих случаях такая коллаборация, такое сотрудничество не продвигается, интернет фрагментируется, и, соответственно, это составляет собой проблему. Мы должны задуматься над этой тематикой в рамках организации ООН и проговаривать эти темы, продумывать их и в рамках обсуждений управления интернетом, и в других, на других площадках. Я считаю, что именно этим занимается моя организация,
Это важно для других организаций в структуре ООН. Это имеет под собой подоплеку как и с точки зрения физических сетей, так и какие-то последствия для прав человека, образования и так далее. Многие из аспектов цифрового использования, цифрового инфраструктуры, они играют огромную роль в этих аспектах координации, которые мы не всегда охватываем в рамках ООН. Спасибо большое. Действительно, очень интересные соображения о вашей роли в противодействии фрагментации интернета. Спасибо большое. Это был наш специальный посол по вопросам технологий. У нас сегодня гибридная сессия. По интернету, по удаленной связи к нам подсоединена Татьяна Тропинина. Татьяна, скажите, пожалуйста, вот вы часто принимаете участие в разговорах в академических кругах в том, что касается фрагментации. Вы эксперт в этой области. Вопрос к вам. Какая сейчас ситуация? Какие риски мы или вы, вот как представитель академических кругов, видите в плане фрагментации? Мы эту тему наблюдаем уже несколько лет, она постоянно всплывает в обсуждениях, постоянно является ключевым аспектом обсуждения. Поэтому мы будем рады вас послушать. Спасибо, Крис, я очень-очень рада, что вы меня пригласили. Спасибо, что дали участие, принять мне участие удаленно. Я хочу сказать примерно в том же ключе, что сказал Амандип. Мы действительно смотрим на фрагментацию как на разных уровнях, на уровнях инфраструктуры, контента и так далее. С моей точки зрения, интернет всегда был фрагментирован. То есть это как бы сеть сетей, автономных сетей, он уже фрагментирован. Но одновременно с этим он и не фрагментирован, потому что объединенность, соединенность этой системы одинаковая, потому что у нас один и тот же протокол, у нас доменные имена, система, которая регулируется глобально, и эта возможность соединения, она не меняется. Поэтому в этом плане интернет у нас не фрагментируется. То есть 5, 6, 10 лет назад все, что мы рассматривали в плане фрагментации, это, в общем-то, совсем оказалось не совсем так. У нас были... То есть это не реализовалось пока что. Но в последнее время мы видим в наших обсуждениях, почему это важно, что разные международные и межправительственные, и какие-то национальные организации занимаются именно этими вопросами, этими уровнями, то есть какие-то тоталитарные режимы или авторитарные режимы стараются привести именно к фрагментации, стараются на техническом уровне, например, на уровне корневой зоны. Пока что это не нарушило общую взаимосоединяемость интернета, но это может привести к тому, что глобальная соединенность будет нарушена. Ну, если мы рассмотрим это за пределами технических терминов, то давайте посмотрим на пользовательский опыт. Вы уже говорили про пользовательский опыт. Когда я смотрю на контент, на инфраструктуру, я прихожу к выводу, что это не фрагментация интернета, потому что соединенность сохраняется. Но мы видим, опять-таки, что и авторитарные, и демократические режимы используют одни и те же инструменты для разных целей.
для политических целей, для, может быть, защиты своих граждан, для ограничения потоков информации, для ограничения соединения, для, собственно, создания границ вокруг своего собственного интернета. И они пользуются, собственно, этим мировым инструментом как, так сказать, расширением своих собственных территорий. Мне кажется, что в разных частях света эти вопросы могут проявляться по-разному. И это иногда приводит к нарушениям прав человека. Поэтому мне не нравится, собственно, в этом плане употреблять термин «фрагментация интернета», потому что она уменьшает проблему. Но я согласна с тем, что вот это насаждение ограничений по всему миру в итоге, может быть, не приведет к разобщенности интернета и тому, как он работает, его основывающим принципам, но с точки зрения пользовательского опыта создадутся огромные проблемы для самой глобальной природы интернета и сломает, может быть, нарушит обещание вот этой глобальной общности. То есть мне кажется, что такие отключения интернета – это не обязательно фрагментация, это просто нарушение прав человека. Потому что мы не только в этом случае видим нарушение пользовательского опыта или его ухудшение, а это просто отказ в получении такого опыта. Мне кажется, что это обсуждение сейчас чрезвычайно важно, потому что вот такой аппетит, который сейчас мы видим по всему миру с точки зрения суверенитета цифрового, это может привести к нарушению мультистейкхолдерной модели и модели управления интернетом. Мы видим, как этот принцип размывается, разжижается, и, соответственно, нам кажется, что вот эти изменения в польском опыте, они могут быть восстановлены, если у нас есть и продолжает сохраняться обобщенность интернета. Спасибо вам большое, Татьяна, за ваше мнение. Вы очень интересные соображения высказали. То, что вы сказали про нарушение прав человека, про фрагментацию. Это действительно так. Мы тоже начали уже это обсуждать на предыдущем нашем заседании. Мы говорили про фрагментацию на уровне инфраструктуры, которая выражается в итоге в нарушении польского опыта. Спасибо. Давайте теперь зададим тот же вопрос господину Эдмунду Чангу. Во-первых, что вы можете сказать нам про DNS? И во-вторых, это как вы можете прокомментировать соображения, которые высказал спецпосол по технологическим вопросам ВОН? Говорит Эдмунд Чен. Ну, я хотел сейчас добавить к тому, что сказала Татьяна, что такое интернет-фрагментация и что не является фрагментацией интернета. Мне кажется, что когда мы говорим про разнообразие польского опыта, это не обязательно фрагментация. Например, здесь, когда я в Эфиопии загрузился в Google, я вижу эфиопский язык, и это просто польский опыт, это не фрагментация. Это просто разнообразие. Поэтому мне кажется, что вот та рамочная конструкция, над которой мы работаем по фрагментации, она очень важный инструмент, потому что позволяет нам определиться с тем, что является фрагментацией, а что нет. И на каких уровнях это происходит. Технический уровень, уровень контента, уровень пользовательского опыта. И сам интернет – это децентрализованная система. И децентрализация не должна считаться фрагментацией. Например, мы являемся операторами домена .asia. И мы это делаем в рамках управления другими доменами, которые совсем отличаются. То есть, например, .kids, она очень сильно отличается от другого.
То есть мы здесь говорим о пользовательском опыте для детей. Это совсем другой вопрос. Один из хороших примеров – это цифровой суверенитет. Многие правительства сейчас об этом постоянно говорят. Но когда вы начинаете разбирать этот вопрос по полочкам и доходите до технического уровня, то мы начинаем понимать, что это представляет собой значительную проблему, потому что сама мультистейкхолдерная модель, которую мы с таким усилием выстраивали в течение многих лет, она должна позволить интернету работать, как он работает сейчас. Мне кажется, что усиление различных институтов и организаций, например, ICANN, это очень важный аспект, очень важная часть работы и в том числе работы IGF, то есть форума по управлению интернетом. Для того, чтобы не допустить фрагментации, мы должны дойти до фундаментального основополагающего уровня технического, например, DNS, система доменных имен. Мы постоянно говорим о принятии и, может быть, усовершенствовании каких-то стандартов с точки зрения доменных адресов, доменных имен, безопасности DNS, интернет-протоколов и так далее. Я хотела еще добавить о том, что сказал один из участников видеоролика. Знаете, очень важным вопросом является доверие. Это тот клейкий состав, который объединяет интернет. Если мы каким-то образом начнем создавать какие-то препятствия для вот этих механизмов управления интернетом, то это, соответственно, разжижает наш клей, интернет начинает распадаться. Я еще хотел подчеркнуть три основные вещи. Ну, то есть первое – это что такое фрагментация, что не такое, что не является фрагментацией. Протоколы и стандарты продолжают обновляться. И третье, я думаю, что для того, чтобы не допустить фрагментацию с точки зрения технического уровня, нам необходимо больше работать и в ITF, и в ICANN, и в IGF. Это не совершенные какие-то институты, организации. Они должны больше заботиться о правах человека, о демократических принципах, но, пожалуйста, принимайте участие в их работе, и вы сможете внести свой вклад в улучшение ситуации. Спасибо большое. Я думаю, что вы очень важные принципы озвучили, полезные для нашего дальнейшего обсуждения. Я хотел сейчас обратиться к Раулю Эбачерии. Вы тоже имеете технический опыт, также увидите ситуацию и с точки зрения частного сектора. Мне кажется, это тоже очень важный аспект. Вот организация, в которой вы работаете в Латинской Америке. Скажите, пожалуйста, какие можете привести конкретные примеры с точки зрения коммерческих, технических и, может быть, политических даже аспектов фрагментации. Спасибо большое за всем организаторам за то, что вы меня пригласили. Спасибо за то, что предоставили мне возможность поделиться моими соображениями с другими экспертами. Я думаю, надо сначала определить более конкретно, что такое фрагментация и чего мы хотим не допустить. Возможность получения доступа на мировом уровне – это один из ключевых факторов успеха интернета и один из аспектов доверия. Проблема заключается в том, что
одни и те же действия в интернете иногда трактуются различно. И подсоединение к чему-то и какие-то действия в интернете в разных странах трактуются по-разному. То есть мы инструмент один, а использование его может быть разным, и отношение к этому использованию тоже может быть разным. Поэтому очень важна та рамочная структура политики, которая вырабатывается для как-то регулирования этого вопроса. Мы говорили здесь про пользовательский опыт и про фрагментацию. Давайте сосредоточим наше внимание на техническом аспекте, на техническом слое как бы этой фрагментации. Мне кажется, что есть совершенно намеренная фрагментация, и мы об этом неоднократно слышали. Мы слышали пример страны, в которой это происходит. Когда фрагментация насаждается специально, это политическая тема. Вот Татьяна об этом хорошо сказала. Это не только фрагментация, это политика. И мы не можем решить это только техническими подходами. Это вопрос политический. Но я хотела сейчас сфокусироваться на другом. Вот бывает фрагментация ненамеренная. И это уже вопрос не политики, а не с точки зрения политики государства, а с точки зрения политики использования и реализации правил, которые создаются. Мы говорили про фрагментацию в различных географических точках и различий между различными географическими регионами, но также бывает фрагментация и в одной и той же стране. Мы сейчас пытаемся найти какие-то простые решения. Одним из примеров будет, например, блокирование, использование различных фильтров для того, чтобы заблокировать контент, который нарушает, например, какие-то авторские права или что-то, что является нелегальным, или, например, какие-то нелегальные веб-сайты. То есть необходимо такой контент фильтровать. Но, к сожалению, фильтрование контента – проблема куда более сложная, чем кажется на первый взгляд. Иногда те, кто вырабатывают политику, они не совсем оценивают как бы глубоко и не вовлекают других участников в дискуссию. Был интересный документ опубликован организацией Internet Society, Интернет-общество в 2018 году, который объяснял различные методы существующего механизма фильтрования контента и объяснял риски, которые с ним связаны. И риск, конечно, безусловно, это влияет на права человека, на свободу выражения, и, безусловно, существует риск ограничения, потому что связанные с риском разные провайдеры предпринимают различные меры по фильтрованию контента. И сейчас мы наблюдаем большое количество инициатив по выработке политики в разных странах, которые пытаются защитить права различных участников рынка. И то есть получается, да, что регулятор может сказать провайдеру интернет, вам нужно запретить там нелегальный стриминг каких-то там компьютерных игр. Но это же возникают тогда проблемы, о которых я говорил несколько выше. Вот еще пример. То есть мы называем, когда, да, такой рубильник взяли и отрубили. И когда, если, например, какие-то права нарушаются, надо сразу заблокировать. Но вся архитектура интернета таким образом игнорируется. У нас есть
архитектура, которая постоянно развивается. Сейчас есть облачное программирование, хранение в облаке, и есть крупные компании. И нельзя вот взять и заблокировать там facebook.com, amazon.com. И с одной стороны, провайдеры пытаются соблюдать местные нормы и требования. А с другой стороны, эти провайдеры оказываются в довольно-таки рискованной ситуации. Благодарю вас. Вы знаете, вы очень такие своевременные моменты затронули, очень злободневные. И действительно, именно поэтому мы настаиваем на более расширенном сотрудничестве на глобальном уровне, и поэтому очень важно обсуждать это в рамках данного форума. Какие могут быть стратегии, какие могут быть механизмы. Сейчас я хотел бы пригласить представителя Мэты и Мила. И у нас есть вопрос. На ваш взгляд, какова роль частного сектора в деятельности по недопущению фрагментации интернета? Благодарю вас. Пола говорит Эмилар Ганди. Большое спасибо, что вы пригласили Мету для участия в этом обсуждении. И очень приятно было слышать голоса молодежи. И, безусловно, именно молодежь находится в центре этого обсуждения. Как уже указывалось, ИКТ и цифровые технологии, когда они используются ответственно, тем самым создаются возможности для всех. Есть некий такой невероятный двигатель новаторских решений, который сам заложен в нефрагментированном интернете. И уникальный потенциал – это фундаментальная природа, основополагающая интернета, взаимосовместимая сеть, и такой ее и необходимо поддерживать. Очень важно, конечно, защищать свободы и доверие людей, которые пользуются интернетом. И вот такие платформы, как Meta, играют большую роль. У нас 3,5 миллиарда пользователей ежемесячно пользуются нашей платформой. И очень важно, прежде всего, ставить во главу угла права человека. Это очень важно. Это первое. Второе. Необходимо понимать, в каких областях правительство может сыграть свою роль. И, конечно, содействовать мультистейкхолдерному подходу, инициативам по международному сотрудничеству. Как мы видим это в Мете? Как мои коллеги уже упоминали, люди в разных уголках планеты используют свое право самовыражения. И вот сейчас, если говорить о чемпионате мира по футболу, все говорят о том, что надеются, что, может быть, какая-нибудь африканская команда победит на чемпионате мира по футболу. Вот есть всякие разные выражения мнений. При этом мы понимаем, что есть существующая колоссальная проблема, что люди как бы не лишены до сих пор вот этого бункерного мышления. Нужно это мышление менять. Нарушение прав человека, ненависть, высказывания, запугивающие, оскорбляющие, дезинформация, ложные данные. Это все в интернете существует, и мы пытаемся искать пути снижение всех этих угроз. Каким образом подходить к этому решению? Конечно, у нас есть команда по правам человека. Мы собрали специалистов, и мы запустили весьма амбициозную программу по защите прав человека.
в рамках нашей платформы, запустили также комитет по надзору и недавно опубликовали наш первый отчет по правам человека. И очень важно как раз привлекать всех участников к обсуждению развития стандартов поведения, именно концентрируясь на тех, которые недостаточно представлены в сообществах, которые находятся, скажем так, на периферии развития. Вот еще я хотела добавить. Вы, безусловно, слышали о том, что вот господин Истертеки, вице-президент по Африке и Ближнему Востоку, он говорил, что мы работаем по расширению подключения к интернету, то есть доступности к интернету. Речь идет и о контенте, и мы, безусловно, понимаем, что содержательный доступ очень важен. Цифровая грамотность, которая позволит бороться с дискриминацией, с ненавистью, с призывами к насилию. И это все может быть неким решением системы. То есть мы являемся все частью одной экосистемы, и мы должны совместно решать это. Благодарю вас. По вопросу фрагментации. Одна из трудностей, которая стояла перед нами при подготовке данной сессии, связана с тем, что по выработке политики идет параллельно работа. Я сейчас хотел бы передать слово представителю Global Digital Partners, госпоже Шитал Кумар, и она расскажет о том, что происходит в выработке этой политики. То есть вот только что сейчас была сессия до этой, и мы обсуждали это. И в Zoom произошло очень интересное обсуждение, поэтому я вам очень советую обратитесь к чату в Zoom, посмотрите, там яблоко раздора состоит в том, что есть, с одной стороны, фрагментация интернета со стороны пользовательского опыта, а с другой стороны, с технического, с технической стороны. И, может быть, вы могли бы как-то коснуться этого вопроса. Благодарю вас, Крис. Как вы слышали, я работаю в группе по выработке политики по вопросам фрагментации интернета, сокращенно PNIF. И мы сейчас только что провели сессию до этой, обсуждали о том, каким образом нам надо развивать нашу политику в данном направлении. И было действительно интересно, потому что мы сейчас находимся на том этапе, поворотном, когда мы видим, что мы несколько начинаем уходить от открытого, взаимосовместимого интернета. Разобраться в этом, понять, что происходит, это очень важно. И, безусловно, нам нужно что-то делать. Поэтому работа по политике именно как раз и ставит перед собой задачу разобраться в этих вопросах, о том, что такое фрагментация в интернете, есть различные точки зрения на это, есть возможность проводить обсуждения, посмотреть и понять, что другие говорят по этому, имеют ли то же самое в виду наши коллеги. И, конечно, нужно понять, каким образом это все вписывается в вот эти различные типы фрагментации. И, как было сказано, вот
взаимная совместимость, фактически технический уровень в том виде, как он функционирует, в том, что люди подключаются, возможность подключения, это одно. Но с другой стороны, люди испытывают некое нарушение потоков информации, и даже бывает полное отключение, например. И получается, что люди не имеют возможности подключиться к открытому интернету. Потом существует некий технический уровень. У нас ранее выступал докладчик по техническим вопросам, и он говорил о важности защиты общественной инфраструктуры. И много вопросов возникает в связи с этим. Каким образом нужно продолжать развивать интернет, чтобы он продолжал оставаться открытым, взаимосовместимым? И есть как бы целый букет угроз, и мы пытаемся не допустить возникновения подобных ситуаций, где интернет оказывается фрагментированным. И далее по поводу блокировки контента, можно каким-то образом нормализовать эту ситуацию, и повлияет ли это на технический уровень, а также на взаимную совместимость. То есть вот это два элемента, в которых нужно разобраться более глубоко, и нам нужно по каждому, наверное, разобрать, понять, что является фрагментацией, что нет, что для пользователя фрагментация, что является технической фрагментацией. И, безусловно, мы призываем всех к этому диалогу. Еще один момент хотела бы осветить. Вот такой общий комментарий, который мы слышим в рамках наших обсуждений, звучит следующим образом. То есть, если не будет мультистейкхолдерной модели, которая поддерживает различные независимые точки зрения, если не будет совместной работы, то из этого вытекает сама угроза интернету. Поэтому нам нужно укреплять мультистейкхолдерную модель. Это как раз комментарий, который звучит во время обсуждения политики, различных мер, которые могут повлиять на интернет. Но вот я думаю, что я так подытожила в настоящий момент о том, какую работу мы проводим. И на протяжении вот нескольких месяцев мы сейчас уже пытаемся определить некое общее понимание проблемы, выработать определенные решения или, может быть, рекомендации глобальному сообществу, как избежать фрагментации в интернете. И это действительно важная тема. Я призываю всех принять участие в ее обсуждении для того, чтобы поддерживать открытый интернет. Обращаясь к коллегам, сидящим на сцене, хотели бы что-либо добавить? Я вот хотел бы добавить. Вот Рауль упомянула чемпионат мира по футболу. Вот я сижу здесь, в Эфиопии. Я открываю свое приложение на телевидении. Оно не работает, видимо, из-за лицензионных ограничений. Но если я могу VPN включить, и тогда я могу смотреть телевидение. Вот если я не могу постоянно выходить на свое приложение, вот уже фрагментация, на мой взгляд. То есть если я не могу постоянно включать VPN в офисе, то тогда это будет фрагментация. А я не говорил о том, что нам нужно сделать, когда я в предыдущий раз брал слово, для того, чтобы избежать фрагментации интернета. И я думаю, что нам нужно очень внимательно следить за тем, что происходит. И вот Шита упомянула о том, что есть определенные признаки потенциальной фрагментации. И очень важно
постоянно их отслеживать. Это, скажем так, признаки раннего оповещения, уведомления о том, что такая проблема может быть, и соответственные профилактические меры необходимо предпринимать. У нас были такие... Мы стояли на грани довольно-таки чрезвычайных ситуаций, и только мудрость их предотвратила, ну и, естественно, гибкость различных ведомств, когда вот у нас произошел переход, передача функции АЯНа. И я считаю, что укреплять доверие к техническому уровню – это очень важно. Это важный аспект работы. И в-третьих, вот когда я читаю о том, что вот там 3 интернета, 4 интернета разных, да, может быть, это звучит карикатурно, но я полагаю, что нам нужно сотрудничество с крупными юрисдикциями, такими как Европейский Союз, Соединенные Штаты, Индия, Китай, Бразилия, Африканский Союз, и нам необходимо сотрудничать. Нельзя никого оставить позади, потому нельзя работать на двусторонней основе в данной ситуации. Есть цель, есть ценность в глобальном цифровом договоре. Благодарю вас. Мы сейчас передадим слово присутствующим в зале. Я считаю, что мы должны сейчас перейти к обсуждению мер, которые мы могли бы предложить, которые могли бы быть учтены в глобальном цифровом договоре. Я обращаюсь к Татьяне, к Эмиле. Вот кто-то в зале, да, у нас хотел бы прокомментировать. Пожалуйста, давайте передадим слово. Только говорите, пожалуйста, погромче. Здравствуйте. Спасибо за возможность выступить. Меня зовут Стивен Бен. Мы говорим о различных определениях фрагментации. Я могу привести пример. Вот я сталкиваюсь с фрагментацией ежедневно. Люди говорят, что когда вот фрагментация наступает, когда пользователи не могут воспользоваться определенными услугами. И вот сейчас в моей стране 140 миллионов людей не могут пользоваться по одной простой причине. Потому что мы не можем платить. Понимаете, Соединенные Штаты ограничили санкции, наложили санкции, и ни карты Visa, ни карты MasterCard не работают в России, и системы платежей отрезаны. И получается, что вот эти санкции привели к последствиям, когда ключевые услуги системы оплаты, которые сконцентрированы исторически в Соединенных Штатах, не защищены от политического вмешательства. Я чувствую, что здесь вот определенная у нас уязвимость налицо. И мой вопрос, что IGF, что ООН могут сделать для того, чтобы эту ситуацию изменить? Благодарю вас. Большое спасибо. Давайте зададим вопросы из зала, а затем передадим слово нашим экспертам, чтобы они на них ответили. Вижу желающих задать вопросы. Прошу вас. Большое спасибо. Я представляю Ассоциацию коммуникаций. И хочу сказать, что у нас очень интересная дискуссия складывается. И, конечно, здорово, что у нас есть платформа по формированию политики в данной области. Вот какой вопрос хотела бы задать. Я очень внимательно слушала то, что касалось пользовательского опыта и фрагментации его. Ну, кто-то говорил о том, что техническая фрагментация, конечно, пронизывает все аспекты работы интернета. Поэтому мне кажется, важно помнить о том, что у нас есть политика, стратегия, с другой стороны, есть, собственно, опыт.
И мы можем так или иначе воздействовать на техническую сторону. Инновации не всегда идут на пользу. Думаю, есть здесь определенные риски именно с точки зрения пользовательского опыта. Давайте не забывать о неравенствах, которые существуют. Неравенство в сфере доступа к интернету. Если мы это не понимаем, значит, мы недооцениваем те риски, которые есть на практике. Я не хотела бы преуменьшать технические аспекты фрагментации. Я знаю, что это очень важно. Понимаю это прекрасно, но мне бы хотелось, чтобы мы не забывали о реальных рисках, которые существуют в разных аспектах. Поэтому мне бы хотелось очень важно, чтобы мне бы хотелось, чтобы мы этим важным вопросом занимались тоже. Не забывали об этом. Я надеюсь, что все заинтересованные стороны, в частности лица, которые занимаются формированием политики, помнили о существующих рисках и учитывали при координации своей деятельности. Теперь обращаюсь к экспертам. Как бы вы оценили степень сотрудничества между технической координацией, между разными платформами ICANN, IAB, IETF, а также с теми, кто занимается формированием политики в этой области, в области интернета, регулирует контент, занимается правами человека и так далее. Еще один вопрос, пожалуйста. Я благодарю всех экспертов и участников дискуссии за очень интересный, содержательный разговор. Хотела бы вернуться к теме инклюзивности в контексте интернета. И инклюзивного управления интернетом с целью преодоления фрагментации. К сожалению, введение определенных мер часто приводит к фрагментации. И в результате даже наше сотрудничество оказывается под угрозой. Цифровое сотрудничество, выполнение нашей повестки, выполнение различных решений, принятых на уровне ООН, оказывается под угрозой. Конечно, необходимо сотрудничество и на национальном, и на региональном, и на международном уровне. В связи с этим у меня вопрос. Наверное, господину Гилу. В свете выступления генерального секретаря ООН, что планируется делать для того, чтобы преодолеть подобные проблемы в области сотрудничества? Хорошо, спасибо. И еще один вопрос. В глубине зала. Пожалуйста. Я хочу поблагодарить вас за возможность высказаться. Обращаюсь к представителям ООН. Вот какой вопрос хотела задать. Мы говорили об управлении интернетом. Рассматривали, кто участвует в этом процессе. Если говорить о коммерческой стороне, хочу обратить ваше внимание на так называемых GAFA. Это крупнейшие корпорации в области интернета и цифровых технологий. Вот эти компании создают свои собственные сети, свои собственные инфраструктуры. И, конечно, все это основывается на коммерческой основе. В связи с этим вопрос, каким образом, управляя интернетом, мы можем повлиять на деятельность таких крупных корпораций тем, чтобы избежать коммерческой фрагментации, то есть фрагментации, связанной с коммерческой деятельностью крупных компаний. В
Тем более, что в этих компаниях очень часто руководствуются прежде всего бизнес-соображениями. Думаю, что это тоже очень важная тема, и наверняка коллеги со мной согласятся, а иначе мы бы все с вами сейчас здесь не находились. Хорошо, большое спасибо. Позвольте мне высказаться. Да, у нас еще был вопрос из чата. Позволите мне задать свой вопрос, выступить? Да, пожалуйста. Большое спасибо. Слышно ли меня? Слышно ли меня, уважаемые коллеги? Да, мы вас слышим. Добрый день, еще раз всех приветствую. Уважаемые эксперты, приветствую вас. Хотелось бы сказать несколько слов об основных причинах фрагментации интернета. А именно, их четыре. Нехватка уважения национального суверенитета, соблюдения национального суверенитета и суверенного равенства в киберпространстве. Вторая причина – киберугрозы, кибератаки. И использование интернета в качестве орудия продвижения своих интересов. Третья причина, на мой взгляд, это различные меры, которые применяются в цифровом пространстве. И четвертое – это качество сотрудничества на цифровых платформах и обеспечение правоприменительной практики. В частности, когда речь идет о контенте, который призывает, например, к насилию. И различные меры, которые направлены на борьбу с киберпреступностью. В связи с этим мы сталкиваемся с рядом проблем. Необходимо выработать общий подход, правовой подход, на основе которого должно лежать международное право. Второе. Создание рамочного механизма для выработки стандартов и норм поведения на цифровых платформах для провайдеров услуг. Следующее. Создание такой среды, которая была бы безопасна для пользователей, обеспечение взаимодействия и сотрудничества в этих целях. Интернет должен быть мирной средой. В некоторых странах применяются различные меры, которые могут приводить к внутренней фрагментации интернета. В связи с этим хочу задать вот какой вопрос нашим уважаемым экспертам. Что может сделать глобальный цифровой договор, как он может использоваться для того, чтобы преодолеть фрагментацию интернета? Как глобальный цифровой договор будет бороться с этими проблемами, защищать национальный суверенитет, защищать нас и предотвращать кибератаки? Обеспечивать сотрудничество на разных уровнях. Большое спасибо за возможность задать вопрос. Большое спасибо. Последний вопрос из зала. Большое спасибо. Я благодарю всех экспертов за участие в этой встрече. И благодарю вас за то, что вы упомянули также важность подключения молодежи к этому процессу. Очень рады тому, что, например, бразильский представитель от молодежи также отмечал,
что именно молодежь является одним из ключевых драйверов развития. Конечно, для нас нехватка сотрудничества является одним из источников системных рисков. А вопрос я хотела задать следующий. Проблема фрагментации интернета действительно очень сложная. Но с другой стороны, закрывать на нее глаза невозможно. Нам необходимо выработать какой-то стандарт. Поэтому я хотела бы задать вопрос относительно того, как мы будем двигаться в направлении такого стандарта, какой механизм мы могли бы предусмотреть для того, чтобы выработать удовлетворительный по качеству стандарт, который позволил бы нам учитывать всю сложность и комплексность стоящей перед нами задачи. Также, как сделать так, чтобы этот механизм учитывал необходимость предоставления эффективного доступа и подключения для всех? И, наконец, какую роль специализированные агентства системы ООН могли бы сыграть в этом процессе? К сожалению, качество звука очень плохое. Большое спасибо, Бруно. Я благодарю всех. Итак, у нас осталось буквально 15 минут. Большое спасибо за ваши комментарии и вопросы. Это очень полезно. Мы все взяли на карандаш. Сейчас я обращаюсь к нашим экспертам. Может быть, в обратном порядке вы сейчас сможете сказать несколько слов, выступить очень коротенечко по тем комментариям и вопросам, которые были озвучены. Ну и опять же, может быть, несколько слов сказать о том, какие выводы вы сделали для себя в контексте глобального цифрового договора по итогам наших дискуссий. Большое спасибо. Да, действительно, вопросов было много. Я вот о чем хотела сказать. Надеюсь, что на несколько вопросов сразу смогу ответить. Итак, по поводу взаимодействия различных сообществ, которые, с одной стороны, работают над техническими вопросами, с другой стороны, принимают какие-то решения, есть и другие заинтересованные стороны, которые работают в разных сферах. Так или иначе, все мы взаимодействуем. Ну, может быть, есть смысл говорить о том, что есть определенные стороны, которые действуют сразу в нескольких сферах. То есть они участвуют и в процессе выработки политики, стратегии, стандартов, может быть, занимаются какими-то техническими аспектами и принимают участие в процессе принятия решения. Другие игроки занимаются исключительно каким-то одним аспектом. Так или иначе, необходимо, чтобы процесс принятия решений был максимально прозрачным, инклюзивным, и чтобы представители гражданского общества тоже были вовлечены в эту работу, равно как и другие заинтересованные стороны, при том, что эти решения, конечно, обязательно должны приниматься с учетом интересов всех, кого эти решения касаются в итоге. Далее говорилось также о ресурсах. Да, ресурсы ограничены. Может быть, в некоторых случаях можно изыскивать дополнительные ресурсы для того, чтобы прорабатывать те или иные вопросы более подробно. Действительно, иногда осознанно или не специально те или иные решения приводят к каким-то отрицательным последствиям для открытости интернета и отрицательно сказываются на его функциональной совместимости, вернее, функциональной совместимости его составных частей. Я надеюсь, что эта тема будет и дальше освещаться нами довольно подробно, будем ей заниматься. На этом у меня, наверное, все. Я передаю слово коллегам. Им наверняка тоже есть что сказать. Эмилар, пожалуйста, вам слово. Надеюсь, что меня слышно, говорит Эмилар. Да, вас прекрасно слышно. Спасибо. Буквально несколько слов. Я благодарю всех за вопросы и комментарии.
По поводу сотрудничества. Хочу отметить, что сотрудничество – это залог успеха. Без него мы не сможем выполнить стоящие перед нами цели. Это необходимое условие для того, чтобы повысить качество работы интернета. Да, разные стороны в разной степени участвуют в процессе принятия решений, однако важно помнить о том, что сотрудничество необходимо, необходим многосторонний диалог. Думаю, что последующая работа просто невозможна, если у нас не будет четкого понимания того, какие именно проблемы стоят перед нами. Поэтому представители различных секторов, представители отрасли тоже должны принимать в этом участие. Ведь мы хорошо понимаем, как работает система. С другой стороны, есть представители различных структур, которые формируют политику в области интернета. И взаимодействие между ними необходимо. Я считаю, что такой форум, как IGF, отличная площадка для того, чтобы обмениваться мнениями и как раз взаимодействовать. Мы должны избегать изолированной работы, когда каждая заинтересованная сторона занимается исключительно своей сферой ведения. И поэтому сотрудничество, думаю, играет действительно важнейшую роль. Мы должны его обеспечить на будущее. Большое спасибо, Эмилар. Рауль, слово вам. Что скажете? Спасибо. Ну что ж, мы часто говорим о том, что фрагментация часто является побочным эффектом от принятия каких-то мер по регулированию или управлению. Думаю, что у нас есть отличный инструмент для того, чтобы обсуждать подобные проблемы. Для того, чтобы лучше понимать, из-за чего происходит фрагментация и что можно сделать для того, чтобы ее преодолеть. Мы должны продолжать убеждать лиц, принимающих решения, в необходимости проводить подобные дискуссии, обсуждать политику с участием широкого состава заинтересованных сторон, для того, чтобы обмениваться мнениями и вырабатывать новые, может быть, креативные решения и учитывать те последствия, которые могут возникать при принятии тех или иных решений, в особенности, когда речь идет о непредвиденных, побочных последствиях. Думаю, это очень важно. Также важно обеспечить доверие со стороны всех заинтересованных сторон, стейкхолдеров. И я думаю, что такие площадки, как IGF, как раз очень важны в этом плане. У нас также должны быть различные механизмы на международном и национальном уровне для того, чтобы сделать эту среду максимально надежной, чтобы у всех она вызывала доверие, и мы могли взаимодействовать. К сожалению, до сих пор мы не сделали достаточно, поэтому нам необходим такой механизм и на национальном, и на международном уровне для того, чтобы обеспечить всестороннее участие всех стейкхолдеров в процессе принятия решений и регулирования. Мы очень часто участвуем в каких-то процессах в качестве наблюдателя, но в прошлом я, как активный член комитетов, могу сказать, что сотрудничество осуществлялось эффективно, у нас есть определенные наработки, и мы должны просто расширять участие разных заинтересованных сторон в процессе выработки политики, ее обсуждения в данной области. Это важно, потому что при принятии каких-то решений важно учитывать какие-то технические моменты, о которых как раз могут сообщить нам специалисты. Думаю, что этот процесс должен быть именно таким, многосторонним. Это очень важный, полезный инструмент для расширения сотрудничества. Спасибо, Рауль. У нас великолепно прошло сегодня обсуждение. Очень интересно было услышать разные точки зрения разных наших докладчиков. Эдмунд, вам слово. Спасибо действительно за такие глубокие вопросы. Я хотел пару слов еще сказать все-таки про неравенство. Анриетта затронула эту тему. Это тема, которую я постоянно поднимаю сам.
И я постоянно обращаюсь к вопросу, что все-таки такое фрагментация, а что не фрагментация. Когда мы говорим про цифровой разрыв, это не считается фрагментацией, с моей точки зрения. Но когда мы говорим про политику, мы часто сталкиваемся с такими темами, как нулевой рейтинг, или когда провайдеры, которые предоставляют вам бесплатный интернет, но делают это только к своей платформе. То есть это тоже сказывается на пользовательском опыте. Важный вывод, который можно сделать по итогам нашего обсуждения, это то, что на высоком уровне фрагментация может в итоге повлиять и на технический уровень, на технический аспект. Рауль заметил, что техническое сообщество не может иногда вопросы управления воспринимать как само собой разумеющееся. Они это делают иногда, но мы не должны продолжать так действовать. Это важно и для ITF, и для всех тех, кто занимается этими вопросами. Еще один вопрос. Это то, что вот, чтобы наше сообщество здесь участвовало, чтобы Кайкан участвовал и был членом этой мультистейкхолдерной модели, важно учитывать технические аспекты. Последнее, что я хотела отметить, это глобальный цифровой договор и его роль в усилении мультистейкхолдерной модели. Мне кажется, это дополнительный инструмент для институтов, для того, чтобы они продолжали свое сотрудничество. Мы говорим про ICANN, про ITF, про региональные регистратуры. Очень важно, чтобы мы могли способствовать их работе и доверять их работе. Понятно, что глобальный цифровой договор – это не только какое-то соглашение на бумаге, это то, что сформирует наше будущее. Техническое сообщество очень активно работало в начале, скажем, лет 17-20 назад. И это было здорово, потому что мы в итоге пришли к мультистейкхолдерной модели, мы пришли к нашему форуму, к созданию этой площадки, где мы можем не только активно общаться, но и сотрудничать, обмениваться идеями, опытом. И мне кажется, ICANN и ITF – это как раз ключи к тому, чтобы можно было избежать фрагментирования интернета. Давайте передадим слово Татьяне. Она на удаленной связи. Да, спасибо большое, Крис. Я здесь, знаете, 4 страницы написала себе здесь всего разного, но постараюсь вкратце сказать. Мы много вопросов сегодня рассмотрели и посмотрели, насколько разнообразна эта тематика. Сколько там слоев различных, сколько там аспектов различных проблем. Мне кажется, совершенно удивительно и одновременно... как бы это меня расстраивает, то, что мы редко говорим о том, что конкретно можно сделать. Мы всегда говорим, что это коммерческий вопрос или технический вопрос. Мы какие-то вот набрасываем такие предположения, но мы не говорим о решении, о том, что, какие конкретные шаги могут быть предприняты. Я именно это сейчас хочу подчеркнуть. С точки зрения фрагментации, мы фокусируемся на том, что можно сделать в отношении интернета. Но мне кажется, дайте я вот так сформулирую, многие страны, многие государства не полностью привержены мультистейкхолдерной модели и отсутствию фрагментации интернета. У них есть другие инструменты. Многие страны вместе с тем привержены идеи развития и поддержания прав человека. Поэтому есть
средства, есть инструменты для того, чтобы противодействовать фрагментации. Эдмонд сказал о том, что управление мультистейкхолдерное на техническом уровне – это важная вещь. Но смотрите, никто, ни одно конкретное государство этим не занимается. Это сообщество устанавливает такие правила. И сообщество создает общий климат доверия. Поэтому нужно понять, что нам нужно все эти проблемы разобрать, как бы их, так сказать, этот узел расплести для того, чтобы понять конкретно, какие проблемы нам надо решать шаг за шагом. Когда, и понимаете, технический уровень — это не только идентификатор и протокол, это также управление, модель управления. Я очень активно принимаю участие в работе технического сообщества, например, ICANN. И несмотря на то, что у них очень узкая техническая роль, они должны из своей вот этой вот башни из слоновой кости выходить время от времени и понимать, обсуждать более общие вопросы, например, вопросы управления. Им, иначе они не смогут обеспечить глобальный и взаимосвязанный интернет. Спасибо большое, Татьяна. Давайте еще подумаем над тем, какая роль у ООН в этой связи. Отвечает докладчик на французском. Необходимо противодействовать фрагментации интернета. Мы говорили про большие платформы с вами. Зачастую эти большие платформы не знают, сами не понимают и не осознают своей мощи, своих полномочий и власти. Мы должны согласиться с тем, что это факт. И, возможно, создать какую-то концепцию ответственности в этом отношении и их роли в предотвращении фрагментации интернета. Также есть аспект разнообразия. Мы понимаем, что если наши системы инноваций не разнообразны, не отвечают принципу разнообразия, то наше будущее тоже достаточно под вопросом. Также есть вопросы политики. Как я уже сказал, действительно есть некоторые трещины, которые эту конструкцию иногда подтачивают, и если мы не будем аккуратно с ними обращаться, то треснуть может и само основание. Мы очень интересно провели с вами обсуждение. Например, заметили тему того, нужно ли ограничивать доступ к доменам верхнего уровня. Конечно, это невозможно во многих случаях. Эти проблемы действительно иногда сводятся к проблеме яйцо-курица. То есть есть некоторые меры, которые способствуют развитию, но есть некоторые меры, которые могут приводить к обратным результатам. Мне кажется, многие сейчас это подчеркнули. От наших иранских коллег был вопрос. Меня спросили, как это будет отражаться в глобальном цифровом договоре. У всех будет возможность свои мысли высказать, поучаствовать в работе для того, чтобы создать вот этот большой единый глобальный документ. Мне кажется, что те темы, которые мы сегодня поднимали в обсуждении, были интересны, представляли большую ценность, и я думаю, что мы продолжим их обсуждение в течение недели. Всем большое спасибо.
Спасибо нашим экспертам за их соображения, за их мнение. Очень много остается несказанным. Я думаю, что наши дебаты, наши споры, прения продолжатся. Мы еще не затрагивали вопрос юрисдикции. Мы говорили, немножко затронули вопрос доверия. Мне кажется, что мы подчеркнули нашу приверженность в IGF мультистейкхолдерной модели. Я еще раз хотела поблагодарить всех за участие в нашей сессии. Если вы хотите поучаствовать в консультациях по глобальному цифровому договору, пожалуйста, сделайте это. Это можно сделать до следующего года. Вы можете представить свои материалы, поучаствовать. И сейчас я объявляю наше заседание закрытым. Пожалуйста, мы расходимся на обед. Всем приятного аппетита. Спасибо и до свидания. До скорой встречи.